А вы знаете, что первый журнал мод появился в Германии аж в 1586 году? Прошло более 500 лет, и журнал мод уже не нужен. Ведь есть интернет-супермаркет. Множество модных товаров, гаджетов, можно сравнить, почитать отзывы. И все это можно сделать даже в перерывах между съемками. Чем я сейчас и займусь. Так перерыв же!